Так, значит, он сделает, как только мы перейдем в одну из этих территорий, ход сюда и захватит, скорее всего, вот эту территорию. Поэтому надо будет его загасить. Ну и учитывая, что если перейти сюда, то у нас появится 6 очков. Можно посмотреть, что взять в дальнейшем. Вот неплохая вот эта штука от изматывания. Пустыня Калахеза, видать, просто карта. В дюнах замечены враги. Их нужно уничтожить. Thank you.
Come on.
Последний вражеский город повержен. Мы победили! А вот посмотри-ка, теперь их там два.
Ну вот опять обычная карта. В дюнах замечены враги. Их нужно уничтожить. Последний вражеский город повержен. Мы победили! Блиц. Блицем победили. Ну и тут опять же территория была наша, этот гусь ее захватил.
Thank you.
Последний вражеский город повержен. Мы победили! Так, ну по идее надо сюда идти. И вылез еще один. И кстати, вылез как раз там, куда и надо идти. Сначала, конечно, сюда, а потом сюда. Тут, скорее всего, где-то здесь вылезут еще. И можно будет сюда, в южные дюны, сходить.